Мордовский государственный университет вновь открыл двери для будущих студентов. Ребята познакомились с историей и современной жизнью вуза. Для этого университет предоставил 5 интерактивных площадок, виртуальные экскурсии по факультетам, где каждый наглядно мог посмотреть все, что есть в университете. Вот сейчас мы здесь находимся, это первая площадка. Это, собственно, информация дается о факультетах и институтах, о направлениях подготовки и специальностях. Присутствуют деканы, руководители факультетов, то есть можно из первых рук получить информацию по каждому факультету, по каждому направлению подготовки. Вторая площадка – это студенческая наука, там реальные прототипы работающие. Третья площадка – это студенческая жизнь, наша внеучебная, студсовет этим занимается. Одна площадка – это музей, где можно посмотреть экспозицию и по 70-летию Победы и 3D-экскурсию по нашему университету. И еще одна площадка – это достижение институциональной культуры. Университет готовит специалистов высшего класса, основной кадровый потенциал экономики и инноваций. Что касается площадки, связанной с наукой и инновациями, то здесь мы рады представить нашим потенциальным абитуриентам другую сторону привлекательности обучения в нашем университете, поскольку зачастую студент идет для чего? Во-первых, для того, чтобы получить высшее образование, это учебная часть. Во-вторых, чтобы реализовать в творческом смысле, реализоваться, да, это внеучебная деятельность. Но наша задача донести до них то, что заниматься наукой и инновациями – это не только интересно, но еще и престижно, но еще и результативно, потому что это может принести не только успех, не только сформировать имидж студента и нашего выпускника, что также является результатом работы, успешной работы нашего университета, но и то, что может принести им существенную прибавку к стипендии. Это многих очень сильно будоражит и действительно является привлекательным фактором поступления в вуз. Здесь мы рассказываем о том, что у студентов есть возможность открыть собственное предприятие, поработать на новейшем оборудовании, которое имеется в наличии у нашего университета. Мы знакомим наших потенциальных студентов, абитуриентов с молодежными проектами в рамках программы «Умник», с инновационными проектами, которые подготовлены в рамках лаборатории, в рамках Центра молодежного инновационного творчества. Ну, собственно, каждый из них может попробовать что-то на себе, здесь же пройти лабораторные исследования, либо напечатать что-то на 3D-принтере и унести это как сувенир с собой. 2 года назад я сама была абитуриенткой, и передо мной стояла сложная задача при выборе вуза. Для меня немаловажным была атмосфера, царящая в университете. Интересно, а что главным является при выборе у нынешних абитуриентов? Основное – это качество образования, конечно же, которое представляет вуз. Ну, для меня главное, в первую очередь, это, наверное, самый интерес мой, какой-то понимание предметов тех, которых я буду изучать. Хотела поступить на такой факультет, в котором мне будет удобно и учиться, и чтобы мне было интересно, и что потом в плане будущей работы. Я планирую поступать на институт физики и химии, потому что меня тянет к всяким опытам, химическим реактивным смешиванием. Атмосфера самого университета очень приятная, позитивная. Ну и спортивные результаты нашего университета тоже меня очень сильно привлекают, радуют. Учеба в университете – это не только лекции, семинары, зачеты и экзамены. Это еще и насыщенная общественная жизнь. Здесь очень много есть кружков по интересам, где каждый студент, каждый человек может найти свое направление. Гости смогли увидеть лучшие номера фестиваля «Студенческая весна» этого года. Самый лучший мотор!